полтора год, ну, ему очень нравится. Он вообще очень любит мячики. Все, заходите, и с удовольствием бежит. В последнее время уже так начинает, знаете, более осознанное поведение. У всего нашего диагноза это ему на данный момент очень важно. То есть это организовывает его физические нагрузки. Я считаю, что он на нас очень полезный. Вот мы очень рады, что мы попали в этот проект и стараемся не пропускать. Человек, мальчики и девочки, вот, ну вообще супер, хорошая погода, как бы позволила нам это провести на улице. Очень любит футбол, и очень приятно было видеть, как футболисты тренируются, интересно. То есть любое, в принципе, занятие с ребенком, которое его дисциплинирует, оно приводит к хорошим результатам. То есть уже вот на последней тренировке Маша себя вела значительно лучше. Для нас это успехи, для нас это прогресс. Нам не сколько важна даже сама игра, сама тренировка, сколько важна коммуникация и командная работа, работа в команде. Детки получили много эмоций, получили новогодние подарки. Я думаю, что это останется у них в памяти на всю жизнь в любом случае. Что они сегодня увидели футболистов, которых они видели вот только по телевизору. Пожелали им удачи в предстоящей игре в среду. Это очень важно. Они становятся одной командой еще больше. То есть в предыдущем мероприятии у нас было там 20-30 человек, сегодня там около 60. С каждым годом нас все больше. Дети становятся более социальные. С помощью футбола они понимают, что они не одни. Что есть еще ребята такие же, как они, что у них появляются друзья, появляются знакомые, становятся одной командой. Это очень круто, очень важно.